Эти ребята, это то, что нужно для твоих выборов. Красавцы. Ты, Сергеич, головастый. Да ладно. Я тебе говорю. Только юмор у тебя странный. И смех дурацкий. Да. Максимыч, давай я проведу твою... Алексей Максимович, Оксана Алексеевна на проводе, ответите? Соединяй. Подожди секунду. Да, доча? Папуль, привет. Слушай, напомни, как называется твоя дипломная? Как уйти от налогов в современной России. Вот. А выбор-то на носу? Проведешь папкину компанию? Ой, папочка, проведу, конечно, спасибо тебе большое, папочка. Но только дело-то ответственное. Это тебе не пупок проколоть. Ой, бабочка, ну пупок мы не трогаем, но проведем тебе выборы, ты будешь самый лучший. Ну ладно, хорошо, спасибо большое. Умница. Пока. Пока. Что ты там говорил? Да ничего, проехали. Как пионеры? Пионеры хорошие. Хорошие. Продолжим на кухне. Нет, 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 нет. Нет, Валентина. Я с кухни переведен. Как переведен? А я? Я же без тебя, как без половника. Да что ж ты, Валентина, не теряй времени. Ищи себе другой половник. Тебя что, вожатым назначили? Перевыше. Мой генерал. Ребята, у нас радостное объявление. Итак, заместителем по воспитательной работе теперь назначен Роман Петрович. Роман Петрович, может быть, приветственное слово? Или прощальное? Значит так, слушаем внимательно. Два раза повторять не буду. Из вредности,
Просто сказал, не помню, что сказал. Что, не смешно? Нет! Тогда так. Конкурс «Пионер месяца» продолжается. Правила те же, даже лучше. Потому что новые правила буду придумывать я. Это не шутка сейчас была, Шкет. Правило такое. С этого дня назначается дежурный, который будет следить за правилами и их соблюдением. Никакого мухляжа, как раньше. Обо всех нарушениях будет докладывать лично мне. Добровольцы. Чё встали-то? Стукачи записываться будем? Добровольцев нет. Выбирайте сами. Картофельное сердце. Правило второе. С этого дня слово «картофель» запрещено. Но раз добровольцев нет, значит, старым дедовским методом. Эники-беники, ели вареники, эники-беники. Может, лучше по алфавиту? Можно и по алфавиту. Можно и по алфавиту. Правда, не будет так смешно. Это да. Абашин! Абашин, наш папа полицейский. Папочка сотрудник ГИБДД. Какая разница? Я могу папу позвать, он объяснит. Позовем. Обязательно позовем. Ну, потом. Скажи мне, Абашин, кого ты сейчас слышишь? Пионеров. Правильно. Пионеров. Твоих собратьев по отряду, угу, по духу, угу, по жизни. Угу. Так вот, Абашин, с этой секунды это твои заклятые друзья. Они будут пытаться тебя обмануть, обвести вокруг пальца, сделать из тебя дурака. Они? Они. Меня? Тебя. Ха-ха-ха. Ты знаешь, что делать. Иди. Может, поможешь? Сейчас. Я тут мусор убираю. Нарушаем? Мусор убираю. Спорный случай. Сейчас фотоматериал товарищу заму представлю. А может, не надо товарища зама отвлекать из-за таких мелочей? Может, и не надо. Договоримся. Предлагай. Вот, держи звезду и забудем об этой встрече. Ты что делаешь? Запалит же! Руку жми. Другой рукой. Не тупи. Эй, ничего не забыла? Мусор? Ты совсем обнаглел. Я тебе звезду дала. Да, не хотелось товарища зама подключать, но, видимо, придется. Да в кого ты такой уродился? Ты чё тут? Привет. У меня к тебе дело важное. Говори. Пойдем вовнутрь.
Видишь ли, Оксан, я давно хотел тебе сказать. Там расскажешь, это важно. Не, ну если важно. Че? Готовы? Да! На старт! Внимание! Follow me! Давай, давай, давай! По итогам победила команда второй звездочки. Ерунда какая! Боже, ну что ты из-за этого? У меня дел по горло. А где машина? Какая машина? Моя? Не знаю, ты ее что, здесь оставил, что ли? Ты что, издеваешься? У меня только что тачку угнали! Да что за город-то такой? Господи, преступность сплошная! Куда отец твой смотрит только? Так спокойно, нет в нашем городе никакой преступности. Правда? Интересно, где же тогда моя ласточка? Попадись мне этот гад, который... Ну все, что не делается, все к лучшему. Ты что, ненормальная? Тапки хорошие. Ты едешь в полицию, пишешь заявление, а я к папе. Он поможет. Ладно. Я таких только в книжках читала. Спасибо. Да не за что. Что в этом такого? Так неудобно просить тебя. Мне очень, очень нужно уехать. Вопрос жизни и смерти. Поможешь, пожалуйста. Ладно. Love story. Бряд! Врет. Зато целуется. Угнали! Угон! А? Степанов, срочно объявляй план перехват! Да. Вызывай федералов, да, снайперов, да? Спецназ. Это дело национальной безопасности. Быстро! Я что-то не понимаю, что происходит? У меня машину угнали. Рассказать ему? Давай. Расскажу. У нас последний угон был 7 лет назад. Ну? Вы просто забыли, где ее оставили. А-а. Я зашел, машина стояла. Я выхожу, машины нет. Угнали. Вот все серьезно. Вы у меня заявление примете, нет? Приму, если правильно написано. А если неправильно, будете переписывать. Проверяйте. Неправильно. Почему? Ну, вы написали. Севастопольская, 18. А город забыли указать. Так неужели непонятно? Я же к вам пришел заявление-то подавать. Непонятно. Да... Переписывайте. Да... Образец на стене. Мужик, отвали. Меня никто не любит. Без комментариев. Оксана Алексеевна,
Ну, вы сами все слышали. Слышала. Спасибо огромное, Сереж. Ага, до свидания. Для того, чтобы сформировать нужный настрой, нам нужно получить светлую, добрую, заряженную энергию из космоса и Вселенной и пропустить ее через себя, этот поток, через свое сознание и свое тело. А для того, чтобы сформировать правильный пузырь, нам нужно тренироваться, вытягивать, срабатывать язык. Вот так. Как можно длиннее. Правильно. Теперь пытаемся сформировать пузырик. Motherfuckers all around, gonna get ya, gonna find ya, gonna kill ya, gonna kick your ass in Australia. Maybe you wanna fire, come with me, I'll show you a player. Gonna tease ya, baby please ya, let me love, let me squeeze ya. Shake it, baby, yeah, yeah, yo. Feel that dragon, yeah, yeah, yo. А мама знает? А? Я знаю, что надо делать, товарищ зам. Что так орёшь-то? Чё я ору? Нас басик украли прямо вот отсюда. Ну, надо что-то делать. Так и я про то же. Давай собирай народ, будем прочесывать город. Нет. Согласен. Твое предложение. Обратимся к профессионалам. Да был где у тебя профессионал, они мне даже заявление не приняли. Это заговор. О, боже! Да я не про этих профессионалов. Я про профессионалов, которые стоят на правильной стороне закона. Сечёшь? Сын, ты гений. Позвони Фикси. А ты-то тут при чем? Сына, Вовочка! Отвали, папочка! Чего? Ну-ка, иди сюда, сиди! А что за машина, племя? Большая машина! Мы все вмещались! Рубр на крыше, рубр! На крыше громко говорить! Васик, я понял! Найди нас, Васик, дядя Фикса! Я найду, Васик, племя! Найди! Я тебе здоровьем клянусь, я найду этот батя! Все в порядке, скоро найдет. Молодец. Ты и так лучший, сына. Я буду самым лучшим. Да ты и так самый лучший, сына. Найди наш Басик. Если ты найдешь наш Басик, то мне столько звездочек дадут. Я сразу пионером века стану. Я найду этот Басик, сына. Найди, папа. Найду Басик, сына. Хорошо. На
найду. Лёнь! Спасибо тебе большое. Ты меня очень спас. Есть только один такой, как ты. Пойдем. Ты меня один такой. Да. Чё встал-то? Работай давай. Пап, все лучше детям. В смысле? Смотри, симпатяга, а? Да. Это мне? Ты его подаришь пионерам. Дети счастливы, нашему мэру пиар. Ах, ты моя королева, ну, совсем невеста. Так, ну все. Ты моя умница. Пап, все, все, все. Ну все, 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 едем, едем, посмотрим, что ты там подготовила. Журналисты уже там. Папа, выборы. Приедешь туда, скажешь им вот это. Ну что, что это? Вот это. Слушай, доча, а зачем им автобус? У них такой симпатичный басик. Был. Что значит вот был? Вот это не забудь. Угнали. Как угнали? В моем городе? Да я их... Папа, сначала главное. Доча, ну что может быть главней? Тезисы. О, тезисы. Давай, открывай, будем. Давай. Согласен. Илюха умный, и тот спрятался. Дети, стойте! Валим. Есть пару вопросов! Илья Максимович, у меня к вам есть два конкретных вопроса. Да? А сколько мне звезд причитается за поимку Гунечка Басика? Нисколько. Дальше. Вопрос номер два. А можно я теперь всегда дежурным буду? Чего? Дежурным. Дежурным?